Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы в всадники Олуха. Так, пятый день. Забираем рыбу. Ну что, Беззубик, прокачаешься или нет? Ну, конечно же, нет. Слушай, ну это круто. Так, давай его дальше тогда отправлять. Ты видел, какая заполняемость была? Обалдеть просто. Далеко он у нас тогда не уйдет. В скором времени он у нас прокачается. Так, давай этих за древесиной. 300! 300, ребята, получаем, прикинь. Вау. Слушай, мы тогда сейчас с тобой улучшим. Я смогу спокойно улучшить эту. Мне сказали, наведи порядок на острове. Ребята, что мне нравится? Мне вполне комфортно. По крайней мере, я все запомнил. И если я наведу порядок, я запутаюсь, где у меня кто находится. Так что я оставлю как есть. Так, с рыбой у нас тоже все по ходу дела, да? Ладно. Так, дай-ка я, знаешь, что сделаю? Вот таким вот образом повысим, как говорится, камеру. А то уж слишком близко. Ну, вот, в принципе, мы можем и построить. Три дня, считай, 4 дня будет делаться. Ты представляешь, 4 дня, ё-моё. Так, ожидание. Ну, 4 дня это слишком долго. Это вообще долго. Так, что у нас еще? Так, 1500. Сколько стоит? 4500 рун, чтобы расширить остров. Так дело не пойдет. На события хоть есть сегодня какой-нибудь? Вау. Слушай, у нас есть события, но они все недоступны. Да как так-то? Ребята, это что, специально что-то так сделали? Как только я захожу в игру, у нас есть события, но они сейчас недоступны. Приходится ждать. Да, меня такой расклад не особо устраивает. Лети давай уже. Так, отправили дракона за добычей. Сейчас, подожди, до тебя дойдем. Так, сарделька. А ну-ка что, тусклый янтарь, да? Понятно. А по итогу, что мы получим? Яйцо. Ну давай. Шепот смерти. Разместить в ангаре. Так, страхокол. Лети. Камнелом. Так, он уже может добывать лес. Ну, здесь ничего интересного нам не дали. Отправим его дальше на поиски. Так, у нас яйца. Найти яйцо. Пасхальный, да? Барсик. Что нам, барсик? Угу. А по итогу? А по итогу нам достаются руны. 12 штук. Ну и прекрасно. Так, давай. Тихо, подожди. Да подожди ты, куда ты полетел? Да вернись ты, господи. Я не туда нажал, я хотел тебя в приключение отправить. Так, кривоклык, ну тут понятно, что янтарь дадут. Слизь. Лети. Общий враг. Бесплатно. Йохан, у тебя что там есть? Ничего. Ничего, чтобы меня заинтересовало. Слушай, у меня что, так рыба? Да, у меня рыба дофига. Значит, мы можем отправить. Кревет. Кревета мы, наверное, отправим все-таки. Вернись. Отправим его все-таки за железом.
Пускай летит и собирает. Громилет. Пускай дальше идет, тренируется. Так, поручить всем драконам добывать. Мы это задание выполнили, как ты видишь. Дай мне этого травяного. Пускай дальше шоркается. Ну что, болтун, иди тренируйся. Так, здесь модификрылка и фейерверк. Пускай летит. Пускай они все летят. Бронекрыл. Расширить академию. Ничего я расширять не буду. За рыбой. Так, подожди, вернись. Я тебе уровень подниму. Ага, поднял. Аж 3 уровня. Давай, за рыбой лети. Так, сезонный абонемент. Давай заберем награды наши. Так, одна есть, как говорится, в копилочке. Сейчас получим еще одну. Две. А еще сможем получить? Давай сюда. Ну. Четыре награды, ничего себе. Так, сладкие яйца. Загадочный пак. А здесь нам выпадает шторморез, кривет, шепот смерти. Ну и немножко ресурсов. Что я делаю? Надо здесь. Так, еще 500 яиц. И прилив сил. Одна штука. Так, теперь заберем здесь еще один загадочный пак. Шторморез, громобой, вострозуб. Прекрасно. Так, янтарь. Блестящие две штуки. Две штуки взяли. Так, мы что-то тут еще можем забрать. Так, и пак. Ну, пак обычный. Пак обычный у нас. Шторморез, душитель, лаворык, водорез. Начнем открытие. Я что-то не понял. Я же тебя вроде отправил. Ты че? Стоит он тут. Мордой своей водит. Так, друзья, ну что, я предлагаю, наверное, тогда сходить. Ну, паки вождя. Больше нам пока нечего делать. Сам видел прекрасно, что события будут только лишь доступны через 19 часов, а здесь через, ну, почти через 2 дня. Это выживание. Да. Поэтому я предлагаю... Сейчас, секундочку. Поэтому я предлагаю, наверное, все-таки получить пак вождя. Ну и заодно здесь пак с вами получим. Офигеть, сколько времени? Я, по-моему, 2 или 3 дня не заходил в игру. Я думал, может быть, событие какое-нибудь будет. Нет. Вот так вот сделали. Би-би-би-би-би. Сказали балалайку тебе на весь рот. Никакого тебе этого не будет. А испытание будет, ребята, когда я пойду на работу. Вот тогда, да. Когда у меня начнутся рабочие смены. Они начнутся у меня послезавтра. Точнее, уже завтра, потому что сегодня уже... Ну, час ночи сейчас на моих часах. Опять ночь просижу. День просплю. Выходные пролетают, ребят, со скоростью света у меня. Я их даже не ощущаю. Просто не ощущаю. На улицу лишний раз выходить неохота, потому что слякоть, грязь. Все тает, как обычно. Поэтому сидим дома. Слушай, остается один кривоклык.
Ну-ка, хильнемся. Укусим. Ну, видимо, шторморец его добьет через вот такую штуку. Ага, пристиголовый и кревет. Давай, наверное, сюда. Начнем с пристиголового. Сразу же начинает фаербол свой выпускать. Запарил ты, парень. Просто запарил уже в корень. Так, теперь надо, чтобы кревет... Неужели уничтожит, а? Даже не пожалел. Так, а этот у нас под усиленной атакой. Секешь? Через хилочку. Вот так вот. Что? Я думал, фаербол бомбанет, но он решил так атаковать. Ну, мне так только даже лучше. Ждем. Вот, не заставил себя ждать. И мы его убиваем. Так, я смотрю, стальной проныра здесь. Кривоклык. И этот бусурман здесь залез. Пойду-ка, наверное, вот так начну. Проныру сейчас попробуем уничтожить. Пожирает энергию. Просто, ребята, пожирает энергию. Зловреден еще тот. Так. Так. Давай, наверное, вот будем теперь этого бомбить. Ну, как всегда, у нас музыка исчезла. Звуки тоже куда-то пропали. Я этому не удивляюсь. Смотри, он поедает и поедает. У меня даже не хватает, ребята. Я думал, сейчас хильнусь, но не тут-то было. Хильнуться у меня не получится. Хотя... Вот сейчас получилось. Но опять же, потому что этот не стал ходить, мы его уничтожили. А так бы сожрал у меня энергию. И опять бы я тут ничего сделать бы не смог. Ну что, пропишем? До свидания. Так, друзья мои, вот он, первый наш пак вождя. Давай открывать. Шторморез, шипорез, костолом, шепот смерти... Громорог отпрыск, экзотический шепот смерти и кривоклык. Прекрасно. Так, мы сейчас обязательно пойдем еще за одним паком вождя. Тут только награду получим. Еще 250 яиц. Нифига себе, у нас почти, почти, ребята, 2000 яиц. А на рынке... Блин, 8800. Отродыск. Блин, прикольный чувак, наверное, да? Ультрадиск. Сложность обучения. Серьезная. Класс. Астрорез. Листокрылы. На максимальном уровне. Безжалостный боец. Эти драконы – бойцы от природы. Они начинают кусаться, не успев даже вылупиться из яиц. Вот даже как. Железо он собирает 1191 за 1 час 10 минут, но это на максимальном уровне. А какой тут максимальный уровень, я ума не приложу, ребят. Ни одного дракона у меня, по-моему, максимального уровня еще нету, потому что деревня не прокачана полностью. Ну, а мы идем с тобой за еще одним паком вождя. Надо, надо получать. Кривоклык буквально 10, ребята, 10 еще этих... Как сказать, ДНК, карточек, и мы его сможем прокачать на 19 уровень. Это будет очень шикарно. Мне не нравится, что здесь ветрокрыл. Ой, как мне это не нравится. Нам, наверное, надо будет копить энергию сейчас. Для того, чтобы применить слепоту. Так что давай-ка сейчас будем аккуратненько. Сейчас фаербол полетит. Вот так вот. Видишь, что он вытворяет? Давай я так сделаю. Ну, этот фаерболами будет сейчас
Нифига он бомбанул. Давай уничтожь его. Найс. Просто уничтожил его в труху. Так, у нас есть еще, ребят, возможность повесить слепоту. Сейчас мы этим воспользуемся. Вот так вот. И будем его бомбить, кусать. У нас еще слепота накопится. Ну, то есть он все, он тепленький. Он будет наш. И никуда он от нас уже не убежит. Так, слепоту очередную. Давай кусать. Блин. Где у нас укус? Я думал, сейчас добьем. Все. Так, опять куда-то все делось. Музыка. Ничего нету. Даже звуков. Так, ну этого надо в первую очередь бомбить. Иначе он будет пожирать у нас энергию, и ничего хорошего из этого не получится. И мне очень не нравится, что начинает бомбить именно шторморезы. Вот сфига ли они к нему прицепились, а? Вот, ты понимаешь? Я, в принципе, догадываюсь, почему они это делают. Потому что они боятся, что мои драконы будут отхиливаться. Блин, а они еще здесь... Так, если мы сделаем... Вот так вот. Слепоту, пускай он его бомбит, помогает нам его уничтожить. С разбега там, с чего хочет. Ну? Прекрасно. Так, ну и мы тут немножечко подсобим. Нет, только не суперудар. Фью, а вот ты можешь применять суперудар. Да. С разбега, то, что я хотел. Причем он его сейчас уничтожил. И у него накопилось 3 энергии. Теперь он нам не страшен. Ну, по крайней мере, на пару ходов. Давай-ка его попробуем сейчас разобрать, уложить, как говорится. Да, ему крышка. У нас будет сейчас еще одна слепота. Ой, подожди, не то. А я даже не буду ее использовать. Просто завалим. Так, друзья, надеюсь, это у нас будет последний сейчас поединок. Естественно. Естественно, шепота смерти сразу же в первую очередь. Так, он ходит вторым, но энергию он не накапливает себе, получается. Блин, да он и без этого, смотри, как шпарит. Так, сейчас они сходят два... Блин. На пониженную броню, ребята, атакуют. Прикинь, как они разобрали. В 3 секунды. Просто в 3 секунды. А знаешь почему? Потому что 20 и 21 уровень. Ну, и что я тут должен был сделать? Ничего. Понизили броню. Ну и все, сейчас начнут его мутузить. Его сейчас начнут мутузить. Так, давай так сделаем, пожалуй. Пускай бомбит по нему. Слушай, понизил атаку, но этому... Ага, выжил еще. Добей его, пожалуйста. Красава. Так, мы вешаем слепоту. Слушай, а может быть у нас получится его бомбануть все-таки, а? Друзья. Было бы неплохо. Угу. И мимо. Просто мимо. В никуда. Слушай, да, мы здесь победим. Причем довольно круто. Все. Так, вскрываем пак вождя. Крылатый ужас. Экзотический шепот смерти. Парящий прихвостень. Сарделька. Чемпион хлысторез. И, кстати, ребята, да, синий пак нам выпал. Редкий, то есть, получается. Ну и вроде бы как все. Больше мне здесь делать нечего. Всех отправили. Расширить академию у нас не получится. Наведи порядок на острове. Я не знаю, ребят, что вам не нравится в порядок. Все у меня чётенько. Сколько стоит? 4500. Ну, отправить я никого никуда не могу, потому что не хватает элементарных ресурсов. Ладно, друзья мои, на сегодня будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.